И вот уже две недели кипят дорожные работы на улице Инзинской. Причем кипят больше ночью, чем днем, дабы не мешать автолюбителям передвигаться по городу. Ночью дорожникам приходится перекрывать дорогу полностью, иногда на полчаса, иногда и на два. В ночное время выставляется техника для демонтажа, монтажа шипальной решетки. А в дневное время выполняется работа, которую можно делать без закрытия трамвайного движения со стороны Засвияжского района. После того, как вся рельсошпальная решетка трамвайчиком будет заменена, мы уже приступим полномасштабно к фрезерованию, к замене, то есть к фрезерованию проезжей части и укладке выравнивающего верхнего и межпутного пространства асфальтобетонного покрытия. Здесь будут заменены не только проезжие части, будут отремонтированы все тротуары. На перекрестке локомотивной Инзинской будет произведено уширение еще одной полосы, то есть дополнительно в сторону локомотивную в правую часть. Замена полотна на Инзинской от улицы Шолмова до Локомотивной предусматривает полный комплекс дорожных работ. Это и модернизация освещения. Вместо старых ламп смонтируют современные светодиодные. И возведение новых перильных ограждений и установка новых дорожных знаков. По плану преображение Инзинской улицы должно завершиться к 1 сентября по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».